Команда медиков готовится к лапароскопической резекции почки. С технической точки зрения это сложная операция, но с помощью специального прибора опухоль из органа можно удалить, практически не делая разрезов. При этом основная часть почки сохранится и будет функционировать. Поделиться опытом в освоении этого и других методов с севастопольскими врачами приехали коллеги из Москвы. Мы приезжаем, потому что мы знаем, что онкологическая служба Севастополя, ей требуется помощь консультативная, помощь в методических каких-то моментах. У нас очень хорошие отношения у нашего института с вашими онкологами. И в тот момент, когда требуются какие-то мастер-классы, либо лекции, ваши онкологи обращаются в наш институт, и мы приезжаем для того, чтобы как-то помочь. За последние несколько лет московские специалисты посетили Севастополь уже 4 раза. Провели множество консультаций и операций в области онкологии. Этот приезд не исключение. За пару дней 3 медиков выполнят 7 операций в области реконструкции молочной железы, абдоминальной онкологии и онкоурологии. Все это, признаются севастопольские врачи, очень ценный опыт для их будущей работы. Техника оперативного лечения, которую нам демонстрируют, в общем-то, на очень высоком уровне. Вот, нам к этому надо стремиться, потому что мы, скажем так, не так давно занимаемся подобными операциями, вот, и нам, в общем-то, есть куда расти. Вот, и, скажем, коллеги наши делятся своим опытом. Ну, конечно, молодым специалистам это, естественно, очень большой, скажем так, подспорье. Сотрудничество севастопольских медиков со специалистами одного из старейших в мире онкологических институтов продолжится. Врачи вновь посетят Севастополь уже в декабре. Анна Леготина, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.